Добрый день, дорогие друзья, с вами Дмитрий Черепащук, и рассмотрим с вами интересные идеи по рынку на сегодня, 18 февраля. Давайте с вами обратим внимание на евро-доллар, да, мы смотрим по ситуации, что также крутимся мы около этого канала, каждый раз тестируем верхнюю границу и никак не можем ее пробить. Но, что характерно видно? Видно, что нижнюю границу канала мы протестили разово, да, а верхнюю вот мы прилипаем каждый раз, возят нас, вот, не дают четкого понимания, но тем не менее, все равно мы к этому уровню прижимаемся. Что показывает на то, что скорее всего крупный игрок является как раз лонговым и тянет позицию вверх. Поэтому нужно пристально присмотреться, что вчера и позавчера было характерное движение, по которому это можно определить. Вы видите, у нас есть четкая граница, да? Кто торгует по теханализу, естественно. Можно сместить ее сюда. Но пока мы стоим здесь, я понимаю, что это будет более актуально и более очевидно. Но пока мы стоим здесь, нужно присмотреться именно к ней. Был у нас пробой обратно, да, который уже был миллион раз. Все равно заносим мы следующий день, это вчера, вниз. Как бы ложный пробой, но нам дает четкое еще понимание того, что он, скорее всего, не истинный, да, именно ложный пробой. Скорее всего, это еще один развод, потому что выкупили все движение под вечер. Все равно у нас идет поджим, то есть крупный игрок все равно подгоняет выше и выше цену. И образовался вот такой ход. Поэтому, скорее всего, я думаю, что после этого боковика мы все-таки будем выходить выше. Что интересного по ситуации на доллар-рубль? Да, давайте с вами рассмотрим. Я объясню, почему мы начнем с него чуть попозже. Смотрите, по доллар-рубль, во-первых, что геополитика, да, давит все вокруг, разводят новости, да, касательно войны и обострения ситуации этого и всего прочего. Мы не будем вдаваться, мы просто смотрим, что эта нервозность, да, эти нервы выходят так же самое на график, да, то есть есть какие-то всплески, их сразу гасят, но что характерно, вы видите, после этого всплеска, да, огромной волатильности, у нас немножко только, видите, кольнули и не дали даже завести, там, проторговаться четко под этим баром. Я обращу ваше внимание, то есть был бар, естественно, он с объемом, потому что огромная такая свеча, здесь прошли там 5 или 4 АТР дневных среднестатистических. Поэтому эта свеча действительно есть фундаментальная в плане того, что все ставили за нее, увидели объем, все понажимали кнопочки, успешно поставили стопы, и мы немножко коснулись, чтобы чисто выбросить всех, кто здесь пересидел эти лонги или просто брал позицию. И тем не менее они были выкинуты, и обратно мы идем наверх. Да? Что это будет? Я думаю, что скорее всего это будет продолжение лонговых движений по доллар-рубль. Вот. И сейчас этот анализ нам очень поможет на нефти, я объясню. Потому что там есть корреляция, она сейчас не такая сильная, но тем не менее именно в текущей ситуации нам надо разово ее использовать, чтобы заработать сегодня, постараться заработать сегодня деньги. Давайте посмотрим теперь на нефть. Смотрите, по нефти ситуация интересная в плане того, что сильно много росли, да, и уже такой образовывается немножко боковичок, да, на дневном графике. Мы видим, что немножко нас останавливают, уже и хвосты вверх бросают, и объем каждый раз повышательный. Но это еще не показатель. Нам главное еще посмотреть то, что происходит на локальном уровне. А на локальном мы видим, что каждый раз нас, вот мы пытаемся выйти выше, да, все хорошо, мы постепенно немножечко идем, и нас сливает просто это движение, которое там длилось несколько часов, просто за 3 часа убивает. Точно так же обратно мы идем, и за 3 часа нас просто гасят абсолютно. Что касается по технике, каждый, да, кто новичок, не новичок, увидит здесь, что тут явно просится на шорт. Но обычно, да, кто на рынке уже давно, знают, что вот когда так красиво рисуют, чаще всего, после того, как это все четко, ясно и понятно, идет обратно просто вынос всех, и только после этого может пойти. А может и вообще это будет разводная модель, всех тут засаживают в шорты, и потом выносят, и свободно нефть продолжает по тренду идти. Но, я не просто так показал сперва доллар-рубль, потому что это именно показательно было для того, что по нефти, скорее всего, это будет в этот раз истинный пробой. Потому что доллар-рубль смотрится очень сильно, а он коррелирует всегда с нефтью. Да, когда нефть снижается, естественно, что доллар проседает. И в случае, так как это доллар-рубль пара, поэтому там будет продолжено движение наверх. Да, то есть нефть вниз, доллар вверх.
Поэтому смотрим за этой ситуацией. Я думаю, что все-таки в этой ситуации, еще раз повторюсь, после пробоя где-то 92-20, мы можем хорошо скорректироваться вплоть до уровня 90, да? Потому что я имею в виду скорректироваться, не брать очень длинные позиции в плане того, что взяли 3-4 к 1 и выходите. Не нужно жадничать, потому что тренд у нас сохраняется, нет, очень сильно. И, скорее всего, в долгосроке мы будем тестировать обратно хаи где-то в районе там, 99-100 долларов за баррель. Поэтому присмотритесь. Но на сегодня, да, и на пятницу, прошу прощения, на понедельник, я думаю, что все-таки можно здесь будет на шортовых позициях немножко заработать. Но опять же, очень аккуратно. По золоту. По золоту давайте с вами посмотрим ситуацию. Также интересно в плане того, что мы вышли выше, очень хорошо золото смотрится. И это немножко пугает, потому что обычно, да, золото такое тихая гавань для денег, да, и когда она растет, это значит, что не все замечательно, в общем, на рынке, да. Но, тем не менее, уже очень давно золото и отвязалось от такого стереотипа, и торгуется по-своему, но, тем не менее, все равно, кто, опять же, да, долго на рынке, все равно присматривается к этому и обращает на это внимание, да. Мы видим, что еще и огромные объемы, да, пошли на это, естественно, потому что здесь были стопы, да, участников, которые здесь шортили и молились, наверное, чтобы золото сюда не дошло, но мы видим то, что видим. Поэтому сейчас ситуация, опять же, интересная будет, но, скорее всего, на следующей неделе. То есть нам нужно дождаться 18.80 ретеста и тогда уже увидеть, что это действительно был истинный пробой. А он, скорее всего, был истинный, потому что, во-первых, объем, да. Во-вторых, что это было импульсно, да, то есть мы видим, что это действительно сильный был пробой. И теперь нам нужно дождаться стандартного отката, да, посмотреть. А золото еще очень тяжелое в плане такого, что откат нужно подождать именно серьезный. Желательно, чтобы вернулись сюда, вынесли всех, закрыли день выше, постояли. И вот пару, хотя бы 2-3 денька, чтобы мы постояли именно здесь. Потому что золото очень тяжелое в этом плане и нужно очень быть аккуратным. Такого ретеста, как не ретеста, прошу прощения, отката, откатились и пошли, очень редко бывает. В основном это откатились, постояли, всех вынесли, какая-то болтанка и только потом идем. Поэтому присмотрите за золотом, я думаю, что оно будет интересно на лонговой позиции, но где-то в районе 18.73-74, вот где-то здесь. Поэтому это все интересные идеи, которые я заметил, да, на рынке на текущий момент. Буду с вами прощаться, желать хорошего дня, прибыли. И всего доброго.